Лаги, Антоха лагает. Да, я тоже что-то у меня. Я направил, короче, на колодец, я не могу отменить, он уже идет, я ничего не могу. Лаги! Блин, жесть какая. А ты что там под колодцем делаешь? Ну, лаги, я направил же туда. Просто под колодец стал. Вот она. Рабочая схема. Пешочком. Пешкой, как говорится. Апоксин ГГ, походу, да? Гастал. Я варлорда убью пока. Не убью. А, убил, хорош. Антох, надо отойти от него, это чисто рейд босс. Отвечаю. Его промахами надо кормить. Не, не потянем его, не потянем, он слишком жирный. Не потянем. Так, ну что, начинаем тогда, Антонио, да? Да, поехали. Поехали, все, поехали. Поехали, ребятки. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас контентик специально для вас, друзья. Тролли против панд. Решили мы с ребятками собраться. Конечно же, вот 9 человек я собрал. И я 10-й, конечно же. Ну и сегодня у нас особенный гость принимает участие в наших жестких зарубах. И кто это? Энтони, наверное. Энтони, ребятки. Конечно же, Антоха с нами сегодня подключился. И, конечно же, будет пытаться с нами задушить. Короче, первая катка у нас это тролли. Потом мы меняемся, мы будем играть на пандах. Будет всего две каточки, ребятки, с вот этими же ребятами, которые взяли там уже все как надо. Ну и что ж, хотелось бы, конечно же, ну по контенту тут и так понятно. Что с Антонием-то узнать? Антонио, ты как вообще там? Ты где пропадаешь? Да где? В Москве я. Тут такая суета, что... Короче, на контент, на какой-то еще что-то там левое вообще времени не было. Но вот сейчас переехал на новую хату. Здесь есть пространство, так как Space мне создали, короче, вот. И благодаря этому Space могу записать вот с тобой видос. Отлично. Не, ну на самом деле я рад, что ты выбрался хоть чуть-чуть. И запишем для ребят контентик «Тролли против панд». Давно уже висит у меня в заготовочках этот контент. Надеюсь, катки получатся интересные. И, конечно же, по просьбе Сереги Спулина, так сказать, ну он, так сказать, провокатор вот этого видоса. И надеюсь, все отлично получится. С Антонио сегодня передадим вам немного веселой атмосферки, чтобы вы пофанились. Ну и, конечно же, всех, ребятки, с Новым годом. Вы видите уже, что я в прекрасной шапочке сижу. Жаль, что не видно, в чем сидит Антон. Сидит без трусов такой, перед компом, наверное. Ладно, скинешь мне в ВК эту картиночку, я прикреплю. Смотри, я понял, тут панды. А короче, они все пятером сюда пришли. Все, давай, я пошел, Антох, на мид. Давай. Нижнюю так. Надо отжимать 100%. Не, тут отжимать, походу, не получится. Не, я так, все, нет, я поднял. Все, хорош, хорош. Нижнюю. Я понял, иду низ. Это что за это? Клоунада. Что, у него 5 стаков уже. Клоунада. Посмотри на Эмбера. Ты убьешь его сейчас. Он же сдохнет сейчас. Хорош, души его. У тебя еще одна тычка будет там. Хорош. Да. Передушил. А-за-за. Ну, разменялись, кстати, два прыжочка уже, по-моему, сколько? 1-1 идет, да? Хорошо, подразменялись. Не успел там шаманчик сетку у нас снизу тоже кинуть. Уф, блин, я не знаю, если честно, что выйдет с этих каток, интересные ли они будут, или будут в одни ворота, как обычно. Надеюсь, катка будет такая, знаете, веселенькая, интересная. Я троллем на мид пошел, Антоха пошел, ты на топе, да, будешь на стоять? Топ, да. Хорошо. Главное, чтобы Джуманакс был хороший. Все знают, что такое Джуманакс, те, кто сидят на стримах, ребятки. Кстати, не забывайте, что стримы в 19 по МСК каждый вечер. Можете залететь, сыграть. РЛ 0, ВРЛ 0. Катки интересные. Ну, не всегда, конечно, интересные, но в частности стараемся проводить стрим очень хорошо, интересно, без мата, самое главное. И так что каждый для себя может найти такой небольшой уголочек лампового стрима, чтобы посидеть, почилить, подрочилить. Не знаю, когда этот видос, ребят, выйдет. Может, под Новый год. Но не стали мы снежную карту запускать сегодня. Потому что слишком много качеров. Как говорится, порно оф. Икслотера и все такое. Ну и сидим сейчас, вот играем вот эту обычную катку. Так что, надеюсь, все будет окей. Так, ну что ж, мне нужно, кстати, шторма тут на миду поджучить будет. Потому что, типа, у меня герой тоже сильный. У него там премнанты только сильные, по сути. А да, так он... ты его с рейнджа можешь хорошо нахарасить. Да, я стараюсь сейчас в миле фармливать аккуратно.
Подфармливаем. Давайте побыкуем немного. Хорошо. Опа, отлично. Хорошо, го, вот так вот сделаем. Надо стик купить. Там кура, надеюсь, никому не нужна, я сейчас приобрету. Дотащи, мне, по крайней мере, не нужна. Хорошо. Ля, он там добивает. Сейчас одного крипа и стичок надо. Против него по-любому. Стичок маленький, да, по-любому против него надо. Он разменится, пытается хитпоинтами. Я как раз сейчас хилиться буду. Рассчитывал на хил. Рассчитывал на хил. Схожу на руну пока. Крипы подзапулены на миду. Так, хорошо, монетка. Че у вас там на топе? Ровненько все, да? Ну, да нет, они терпят, стоят. Терпят, ага, ну внизу тоже терпят. Но посмотрим, как мы свапнемся и что будет с каткой тогда, когда свапнемся. Оп. Хорош. Ботл пацану пришел, но не успел он отпиться. Закидал я его топоридзами. Чисто топорики летят. Джуманакс в бою. Джуманакс. Не знаю, мне так нравится этот лесной тролль. Я, наверное, доминатор... Не, я через Madness играю, блин. Через доминатор хотелось бы тоже Джуманакса взять. Знаю, и будет... Будет золото лишнее, сделаю так. Чисто Джуманакса сделаю. Мангусик. Эх, не успел переагрить. Опа, фит пошел, да? Фит-конторка. А сейчас смешно, когда купол стоит и в куполе умирает. Там вот так вот все просто, понял? Смешная тема. У него же еще анимация смерти остановлена. Да, и он получается за этого несколько раз умирает. Промах, парирование, уклонение, промах. Вов. Парирование. Препарирование. Так, ну. Хорошо. Панда мисс, ребятки. Миссинг. I miss you. And I love you. I love you. И что-то там машина потом поехала. Поймут только избранные. Так, хорошо, подформили, подфермили. Так, я хочу фазы быстренько сделать и на фейзах, конечно же, поддушивать. А ты уже решил, на какой панде ты пойдешь? Так, я миссинг написал, ребят. Я там. Нет, еще не думал. Или ты на Урсе? О. На Урсе на 4-й минуте, на 3-й. Рошана. Решим будет. Потом. Да, я думаю, будет весело. Будет весело. Так, у меня уже почти фазы есть. Меня на фришку вообще нельзя оставлять, в принципе. Тролль это опасное... Ну, опасное тело, тролль. Так, там мой мангусик катается. Хорошо. Ты шо, ты шо, ля, ты шо. Кто там киллинг спри? А-а-а, Туборг. Туборг. Рега. Извращенец. Нага тебе топорик. Кстати, Джинзак хороший герой. Он очень хорошо. Говорят, что да. Очень хорошо работает он. Так, стойку. Макс, чтобы 2 секунды стана прописать. А вот дальше проблема, что тут размакшать. Третий будет и второй, или второй. Второй вообще, ну, офигенный на тролле. Когда много дамаги, очень хорошо. Я уже не помню, что повышается там у него в первой. Ну, по-моему, ну, урон от топоров. Дамага, нет, дамага от топоров и все, Антох тут. Дамага от топоров, а третий спел это АС тупо. Но, кстати, АС у него хреновенький в этой доте вообще. Он типа вообще медленный. Он медленный, рили. К нам новая панда пришла. Пандарен пришел там, да? Я да. Иду сейчас на руну, сейчас со штормом буду драться. Опа, полетел. Ладно, я переключил стойку, неправильно сделал. Включил дальнюю стойку и нажал фазы, чтобы побыстрее побежать. Ага. МС упал. Так, ну у меня, в принципе, фарм идет. Смотри, там штормилка мог к вам пойти. Уже пошел. А, да? Ну я прогулялся, я тут пока комментировал. Нормально. Нормально, нормально, говорит. Нормально. Но это тактический... Слышишь, это тактический фит. Блин,
Сибдазл, не знаю, почему он не хильнул меня. Хильнул бы, я выжил. Вэп, давайте тэпу возьмем. Так, я уплотняюсь максимально, чтобы 1к хп было. Манга в помойку. А второй буду брать. Сейчас постараюсь к вам прийти. Фарм фармом, но можно душить их. Ой-ой-ой, кура там полетела куда-то. Ребят, я реюзну, у меня там фул кура. Я на топ сейчас приду. Цирклет. Все есть. Кто-то крейси питач. А, буклер. Буклер, баклер. Шторм через аркану, солбустер. Понял. Я тоже иногда так делаю. Кстати, годно. Не знаю, или фармить стоять. Не бегать. Так, реюз. Ре. Вот так вот. Не знаю, манго взял тупо на пассивный реген. Хорошо. Так. Если что, Антон, кричи, есть ТПшки, могу на ТПшках поработать. Окей, окей. Во вторую но смену. На второй файты в основном из-за их товаров проходят. Да? Что успеть. А, ну так вы же давите, поэтому. Да. Вот так происходит. Прикинь. Я не смогу догнать тут никак. Опа. Промах даешь. Для пивом заливает меня, клепает. Промах. Ой, это жестко. Как ты драться будешь под пивом? Да, мне до БКБХа надо будет делать. Маднес БКБХа. Оп, смотри, что есть. Ой, какой промах хороший. А что если? А что если 90% промахов из-за пивной панды? А что если я сейчас прилечу и помогу тебе? Я тут, по идее, побеждаю. Я ж второй качал. Не зря. По промахе. Кайтить буду. Давай, Антоха. Сейчас еще вот так есть, бро. Nice. Есть. Он еще стики вот... может зажать и ульт. За душем, думаю. Отлично. Ну, промахов очень много прям. Пойдет, Антоха. То, что нужно. Вот второй как раз-таки хорошо, если я промахиваюсь. А я там вообще тупо не попал ни разу. Хотя бы вторым раздамажил. Не зря я второй начинаю качать. Вот оно как контрить, значит, да? Спасибо, что помогли. Хорошо сыграно. Стример уж надо всегда помочь. А, или задушить наоборот. Или задушить. Ну, внимание будет всегда. Внимание будет всегда. Вот так вот. Внимание, это как известно. Если подарок, то внимание. Дорого, да? Не важно так дорого, как внимание, а дорого, как внимание, не дорого, как подарок. Что, да? Такой, что, черт побери, ты никого несешь. Так, нанизу весело, что, может, ТП-шку сделаем? А, у тебя там вообще просадка, да, хитпоинт? Ну, их там пятеро. А я скоро прилечу, не отрывало. Я с руки тогда могу прибежать, если там еще будет драка. Не, я мид пушу. Я мид! Я ВБЛ. Мид сломаю. У них Урсевич тоже фармит, да? Удачи и приятной игры. Шторм, инвиз. Слышь, а я центрю куплю. Нет, я просветку продаю, убьем его. Я прилечу сейчас. Мне кажется, не убьем меня. Почему? За контроль убьем. Думаешь? Слушай, он сейчас вернется с инвизом. Нет, он не захотел прожать инвиз. Я не знаю. А это нас, это на Новый год. Не трожь. Инвиз на Новый год. Инвиз может, это... он сейчас прожмет, ну, не знаю, что... Он прожмет есть. Только тогда, когда ему ботл, наверное, надо будет подъюзать. Но мне надо чуть-чуть 200 золота до этого. Ой-ой-ой, тут что-то пан слишком много. Я иду. Мне нужно чуть-чуть дофармить. Совсем чуть-чуть. Он прожал, все, но идет на топ. Б-б-б-б, брат. А я иду. У меня все кнопки готовы. Может, помогу чем-нибудь? Помогу пофидить. У меня маднес есть. Я на базу схожу, продам кнопочки. Не-не-не, там ничем не помочь, Тох. Подожди, я, может, подстакаю им сейчас только напалма, что они охренеют. Пробуй. КДшка маленькая. Напалм! Напалм. На пальму. Я сейчас на мид ТП сейчас, я буду заряжен. О, ты решил напасть? Да.
Ну что, он ТП прожал, я сбил. Хорошо. Но у него ульт есть. Хорошо. Так, у меня есть Маднес. Антоха, здорово. А можно баш, пожалуйста? Странно, почему он не улетел сразу? Может, ремнантов не было? Хорошо. Хорош, ты там нормально забайтил. Я сейчас мид-тавр заберу, по лесочкам пойду. Хорош. Опа, ну меня тут он душит, да? Я пока не помогу. Душит он меня. Тут 12 маны у него. Син, видимо, не видел, что там ремнант у него стоит. Урса фармит, да? Я его даже не вижу. Кстати, надо, ну, Рошу чекать. Да, Рошу чекать. Хорошо, я тут в эншентах подколочу сейчас немножко. Да я что думаю, даггер может собрать? Да даггер БКБ антох, да? Я думаю, да, потому что там шторма ловить, сина ловить. Ну, вообще, я могу их ловить, я к тебе в любом случае подтащу. Тогда давай я тогда в артиллерию буду собираться. Тупо душить. Они, так, конечно, все там мобильные, панды же. Панды, да, мобильные. Я лечу на мид, есть даггер, есть туль. Кого-нибудь ловлю. Ой, Ксин что-то не доигрывает, страшно. Ой-ой-ой. Я сейчас самого противного словлю. Ну, я знаю, кто это. Брюмастер. Для меня это... Чё говоришь? Либо шторма, либо, да, брюмастера. Хорошо. Выйдет. Оп, хорош. Быстренько заколачиваю. Я, наверное, сразу в крит сейчас. И они, походу, отдают. В спине, как Син. Слышь, я прыгаю. А, нет, не-не-не-не-не, на него не будет. Гоу, отойдем лучше там. Или Рошу можем забрать, или вот здесь Ксинчик идет. Могу в панду прыгнуть. Драку, ты не хочешь? Будешь? Не, я хочу вот тут вот можно. Хотя бы тут. Вон там драку начали, слышь, гоу, под душу. Тимфайт. Я промахи дам пацанам. Вот этого побью. Шторма побью. Шторму баш, 2 секунды. О, байт клик. Я сейчас этого убью. Уходит. Опа, хорош. Ну, видимо, в этой катке мы, походу, победим тут, да? Да, думаю, уже. Да, думаю, уже. Ну, 14 минут прям. Что-то так. Вначале была какая-то оппозиция, но, может, за панк будет пожестче. Не знаю, не хочется стоять тут, 1vm бить. Я уйду лучше. 1vm бить просто. У них там Урса пока ничего не делает. Не знаю, может, что-то будет делать. Я пока лесочек. Я же Юл соберу сейчас против того Урса. Он и никогда ничего не сделает. Ну да, Юл против Урса — это жестко. Ульт снял, побежал. А я этот сейчас... оверпауэр не снимает у него? Его. Это что же баф? Должен, да, должен снимать. Не будет ни бить, ничего не делать. Так, на низу у нас там шторм поддушивает. Кроме шторма там, походу, никто и это... Хотя, не знаю, может, просто так пока идет. Лайны тяжелые на самом деле были. С мида еще как-то легче. Хорошо. Хорошо. Будем делать страту? А, лаги. Ну, не знаю. Можно. Ну, давай так после БКБ. После БКБ можно страту такую провернуть. Страта лаги. Как обычно. Хорошо. Так, ну у меня почти БКБ есть. Почти. Копеечка остается.
Я могу пойти Рошана с БКБ забрать. Ну, давай, я сзади постою. Я как раз 14-й апну сейчас уже. Потому что у меня третий первор не раскачан. У Скориду лицо ломают. Ля, брата потеряли мы, короче. Чего? Не, я думал, может, убьем типа там кого-то. Когда я далеко был. Я далеко был. А, все, понял, Рошан. Понял вас. Так точно, как принял, как понял. Ну, сейчас БКБ, короче, доколачиваю. Они в мид, наверное, пойдут. Так, Курса взял Рош, да, 17-я минута. Хорошо. Примерно тайминг был. Че? Не хочу я в Усу влетать, у него вторая жизнь. Да, Его тоже неприятная тема. Сейчас я, наверное, уходить буду с топа. Они сюда все побегут. Хорошо. Так, ну я третий замаксил. Сейчас на низ ТП буду делать, наверное. Да, все идут, да? А мы сейчас кого-нибудь убьем. Давайте тогда я не буду уходить отсюда. Примем драку. Ну там Аегис, глуповато, наверное, против Аегиса еще идти. Но наша позиционка может решить. Мы можем и да. Аегис, и не Аегис. Есть, надо убить его. Давай, давай, цепляю. Хорошо, на этого туда же. Хорошо, два раза его. Ну, опа, не, там не еще поймали панду. У него после смерти стаки. Да, да, остались еще. Остаются же есть. Задушили. Там шаман еще кого-то соло задушил. Че по мане, смотри, тут сам. Там шторм был. Ладно, они будут бегать. Надо пауэр тауэр снести просто. Тауэр заберу и уйду на низ. Тролль видел, как медленно-медленно вот он дук-дук-дук-дук пошел. Что-то как-то такое. Давай я мид тогда, ты низ. Хорошо. Профессион Альгами. Так, есть БКБ-ха. Типа, Аеги там нету, можно, в принципе, даже пойти сейчас подзакончить. Но, также неинтересно. Да, то я что-то опасаюсь, что опять лаги начнутся. Может такое быть. У меня уже подлагивает, слушай. Что-то подлагивает. Блин, лагаю. Лагаю что-то. Че, пойдем по миду полагаем, что ли? Сейчас приду, фул хп полагаю. Так, 15 левел. Хорошо. Так, да, вот дайте мне эту БКБшку, пожалуйста. Лагает что-то. Вот так сделаем. Че, вы там на миду лагаете, да? Ча, идем. Так, курочку забираю. Ща, хоть стол. И забирай. Такие. Подошли из-за угла. Рьюз не Аркадий. Да, рьюзы. Хорош. Низ Торшер, го. Торшер. Низ Торшер. Хорошо. Так, далее, что нам нужно сделать? Лагаем? Да. Все, отключаю интернет. Отключился интернет. Сейчас у меня этот, подожди, там БКБ-ха придет, и я лагать буду. Тактика, лагаю ее. Но надо будет только разменять двоих-троих и залагать этот, это так. Такое. Во, все, пошло, лаги. У-у-у, что-то залагало, лаги. Лаги, Антоха лагает. Да, я тоже что-то у меня. Я направил, короче, на колодец, я не могу отменить, он уже идет, я ничего не могу. Лаги. Блин, жесть как. А ты что там под колодцем делаешь? Ну, лаги, я направил же туда. Просто под колодец стал. Так, вроде лагаю еще, ничего не могу. Подожди, подожди, нет, ты уже отлагал. Убивай, отлагал, отлагал, Антоха. Убиваю, отлагиваю. А по-моему, не убьешь. Кстати, ну, ты же сам на себя юл не можешь накинуть. Да, я именно это и нажал. Под Firefly нельзя это сделать. Да. Лагаю. Лагаю. Ой, ладно, гоу. Сейчас наюзаем БКБ-ху. Обоссывали тебе будем делать. Хорошо. Тактический
Ид удался. Все, давай теперь душить их. Прям до конца, да? Я вас понял, у вас не лагает. До конца, да, можно. До конца можно. Я БКБ-ху там ничего не жал. Я низ сейчас толкну, у меня до бури Z остаются копейки. 2К. По сути. 2К. Антоха, это уже наша фишка, вот эти лаги. Уже где-то в видосах... Ну, я помню, в видосах было такое. На догонах, по-моему, не? Нет, не на догонах. Какой-то тоже был контент. Контент. Рубрики «А что если?» И вот там была такая тема, вот эти лаги. Контент. Контент. Звучит оскорбительно. Контент. Ой, жесть. Так, ну что там, урсы, да? Ксин, нападение, Ксина, молнию собрал. Беги оттуда. Да я бегу, сейчас в спину забегу. Нифига там драка, да? Я иду, иду, братцы. Иду, иду. И надо быть, я вот такую кнопку даю. Так вот, прямо вот. MLG? Гейминг. Так, нападаю на панду. Сбиваю, хорошо. MLG. Да куда ты? Куда? Я стойку переключу, чапалаха дам. Удачи и веселые игры. Алло. Ну это что такое? Саня, мы видос сейчас пишем. Приветствую, ребятки, подключился Александр Ростовский, который должен был быть третьим человеком в этом видосе, но, к сожалению, он нас променял. Вот. Я отключаюсь, не мешаю. Давай тогда сейчас после этой катки, если что. Такой, алло, понял, как обычно. Алкаш проснулся, мы его успокоили, он пошел. Алло, ты пошел. Ой, я аж покраснел, сижу. Я просто, для меня это было не очень ожиданно. О, это Паш прилетел. Ой, сбили. Ну ладно, я успел. Я Ксина. Буду душить. Дальше. Ой-ой-ой, я в БМ убился. Я что-то не успел отменить атаки. Чалька. Антох, уходи оттуда. Там нечего делать. Мид ломается. Урса БМ собрал против меня. У меня БКБ-ха упал, я думал, чуть побольше еще будет БКБ-ха. Ща, у меня ульт есть, сейчас файрфлай откатится, я кого-нибудь убьюшь. Дазл первый не качает плюсики, максит, прикинь. Смотри, как крип стоит там хорошо. Он шел просто, такой, знаешь, этот... Подсматривание. Подглядывание. Подслушано. Дота 1. Дота 1. Хорош. Странно, почему Адель не качает первый. Адель. Это Дазл. Адель Казанский, у пацана ник. Подпишник. Так, там штормило на тебя нападает. Слышь, штормит тебя уже. У него бладстоун, Антоха. Беги. У него фулл мана. Беги. 600 мана у него еще. У него 17 стиков там еще. 20, 300, 1300. Ой-ой-ой, улетает как. Жесть. Блин, меня аж так возбудил его полет. Хочу на шторме поиграть next выкат. Да, возбужден я немножко. Ладно. Так, ну что, вы готовы, дети? Да, капитан, я вас не слышу. Так точно, капитан? Кто? Хорошо. Кого? Кого? Ну, кстати, мы мид почти сломали, да? Я, наверное, дагерок сейчас возьму. Блин, или манту лучше. Ля, на миду файты, да? Блин, я, как обычно, фермерской культурой занимаюсь тут. Я иду. Я тоже иду. Сейчас вынесем. Я иду. Хорошо, вынесите, хочешь сказать. Так, шаман уже погиблый. Я бегу, у них там топ пушится очень сильно. Филинг спри. Я в спину иду, я в спину иду. Антоха, давай, живи там, наводи суету. Жалко, у меня даггера нет. Сколько вот у этого тормомана там? Все, ноль. Ноль. Иди сюда. Иди сюда. Хорош. Вот она. Рабочая схема. Да куда ты? Нет, подождите. Называется, стойку переключил. Стойку переключил и все, я отсосал. Эх, ладно. А у меня он еще тупит стоит. Вот эти, знаешь, трипл клики надо делать постоянно. Я переключил стойку, сколько, секунды полторы я просто стоял вот тут. Ну, нормально. Ну, я мог, кстати, поубивать там все.
Бывает, бывает. Бывает, бывает. Стойку, если б не выключил, мне кажется, не пробили бы. Так, 2700 золота. Слушай, я могу Silver Edge взять вообще, а не Dagger. Типа, тоже опасно. С Сильвером вообще там шансов не будет у них. Панди промахи выключить, Урси все выключить. Печалька. Ну, замес хороший, но не потянул я. Ладно. Так, обидка. Такая нотка обидки. Там по БМу сделали. Я Сильверуху сейчас бахну. Ждите меня там. А без тебя урона нету. А, да. Хускар есть. Но Хускар, да. Хускар-то он питает много. Не думаю, что он много внесет, там промаха люто. Да, давайте бэкнем. Так сделаем. Хорошо. Хорошо, я готов в принципе, но Шаманусу нету, да? Кто там на панда? Мидоренович. Миндарен. Блин, я в дальней стойке бегу, это очень плохо. Че, Гота, да, может, Рошана? Слышишь, Роша есть. Давай. Давай, я готов. Хорошо. Горошку. Монетка. Еще одна монетка. Все, быстренько постараемся забрать его. Давай. Да, успеем быстро забрать. Главное, что Роша не баш. Но я весь этот Battle Trans в баше простоял. Если честно. Так, надо, ну пускай, они бегут пускай. Уже, они уже бегут. Давай, 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 рещи. Хорошо. Пойдет? Ой, хорош, Антоха. Если заберем, вообще будет круто. Дальше. Я удерусь. Непонятно с кем, правда. Шторм Печ. Без маны, шторм без маны. Хорош, хорош. Я принимаю тут драки. Вот этого сначала. Все. Так, там еще Ксин был. Ну, Ксин улетел, да? ГГ. Но я пока этого Брюмастера убивал. С формы с его выбивал. И отпустил. А, не, я не отпустил этого. Earth Spirit'а. Он на фазах побежал, у него там... Веселые баги на фазах. У него МС 522 всегда. Ох, гэшку. Слыхал. Хорошо. Просто не хочу об этом тут говорить, потому что, типа, ну, потом, какой баг начинается? Суета. Так, нормально. Тоха, живешь? Да. Успеем, интересно, забрать меня? Не успеем. Меня чайнами связало. Не скоро будет. Два крита просто парню влетело. Хорош. Че, можно низ, в принципе, как думаешь? Yep. Давай подтяну сейчас его. Давай. У него нету кнопок, он умрет. Хорош. Мужчина. Кого сюда? Мне кажется, смело можем под Аега и ломать все, что нам нужно. Челустуби. Челустуби. Будете помогать? Ну. Да, так сделаем. Шо мне ты? Главное, чтобы вылетел... Вылетела кнопка на него. Шторм меня, конечно. Душит? Но я Егу слил. Иду, брат. 600 мана у него там еще. Убил. Убил, да? Но я ухожу тогда. Но я попробую барак забрать и уйти. Оп, хорош. Все, надо уходить. Б. 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 Не-не-не-не. Ну, минус 3, блин. Ну, шторм сейчас прилетит на фулл хп. Всем, ребятка, ладно, я тогда в дальнике постою, подолблю. Хотя, что терять? Шторм. Ах ты. Ну, я могу тут умереть, но я так побегу тут, короче. Летел. Ну, через 20 секунд я прилечу. Блин, это уже лишнее, что я делаю. Говорил же, уходить надо. Все, уходим, уходим, уходим. Просто уходим. Я ухожу, ребят. Че, я скаду и, наверное, бахну сразу. Скади. Вообще манта тут нужна вместо скади. Чтобы сбрасывать дополнительный пивас этот. Давайте манту сделаю. Что мне мешает?
Ну, типа, серьезно, манта тут намного профитнее будет, нежели чем скади. Потому что манту все-таки, манта намного лучше зайдет тем, что... Блин, шторма я могу убить? Я рядом. У меня есть, в принципе, манта почти. Шторм на руну пошел. Киди, у меня агоним, я могу двоих подтянуть. Я знаю. Опа, смотри, что начинается тут. Шторма, шторма, шторма. Поехал. Так. Ой, хорош, ля, просто. Ну, сетка жалко рвется вот этот баг. Да, не баг, а она, когда цель, ты убиваешь основную, да. И вот там идет такое. Хорош. Там сзади еще. А, это иллюзия? Ну, да, это на вставочку. Да, нормально, трипл килл. Делали. Ну, кстати, лосошка лютая вещь. Вот топ. Хорошо. Вот это уже середина игры мне нравится. Прям такой, знаешь, прям так. С отпором, да? Да, с отпором, когда уже дают, вот это прям то, что нужно. Все-таки те лаги были не напрасны. Так, ну, есть манта. Маента. Отлично. О, топ. По-моему, тут смело. Под шамана ультом сейчас просто изи. Шансов зеро у них тут. Третью сторону отдают. Так, я зайду. Пойду. Урсе привет передам. БМ-то нажми хоть, брат. Хорош. Пиндарин. Еще один. Оп, хорош. Манту собрал, даже не юзал, кстати. Зачем собирал? Опа, есть крест? Нету? И сюда. Ну, а это рампага, да? Или нет? Чё-таки манта была. Ой, мана. Да. Не дают. Ладно, но это первая катка. Ре делаем, ребятки, так, таким же составом. Ну, ребят, в целом, ну, на троллях как-то вначале было скучновато, но в середине игры, после того, как, конечно же, у нас подлагало немножко, уже было, ну, немного поинтереснее, согласись. Ух. Так, Антонио, чё тогда, пойдем на пандах поплеем теперь? Да, давай, наша очередь. Наша очередь играть на пандах. Поехали. Так, ребят, загрузилась у нас вторая катка. Поменялось, короче, у нас по составам. У нас один парень поменялся, и у них поменялось два парня. Один парень лагал, и другой парень просто не понимал, ну, что мы от него просим, чтобы он пикнул там тролля и тому подобное. Поэтому мы его заменили. Надеюсь, катка будет тоже интересная. Мы сейчас играем на пандах, а они играют на троллях. Поменялись мы. Так как панды всего 4, пятым у нас будет Урса. Ну, как был в прошлой игре, ребят. Поэтому поехали. Спросим, готовы ли вы? Если что, напишите, что готовы и определились с троллями. Хорошо. Так, Антох, ты тогда на КО, да, пойдешь? Да. Погнали, го. КФ. КП напишем сразу заранее, ребятка. Надеюсь, катка получится интересная. Погнали. Берем штормилку. Мы идем на мид, на шторме, на электропанде. Электропанда. Урсевича взяли. Все, у нас пик полный. И у них остается пятый слот. Там БТРчика должен взять, наверное. Вообще троллей, по-моему, 6. По-моему, 6, если я не ошибаюсь. Я не помню, уже надо смотреть по иконкам, потому что так не вспомнить. Погнали, надеюсь, эта катка будет интересная. Кстати, мы тут выяснили, что по лайнингу очень сильно панды уступают на самом деле троллям, потому что там рейнджевиков много и герои немного пострашнее. Антоха, ты вот как-то, ну, вроде так, да, считали мы, да? Ну, по крайней мере, потому как мы стояли в прошлой игре, да. Может быть, если сейчас они поменяются, то будет что-то по-другому. Может, в прошлой мы стояли против Дазла и Батрайдера. Я не знаю вообще, как против них стоять только. Не знаю, вот Dazzle, BTR и Хускар, это очень-очень тяжело. Очень тяжело. Очень тяжело. Вот мне, допустим, на миду с Хуском, ну, мне надо перетерпеть до 6-го, не умереть. И желательно еще попытаться как-то его тоже харасить, чтобы разменить хитпоинты. И тогда мид будет выигрышным на 6-м левеле. И все.
Будет круто. Будет круто. Ну, в общем, катка у нас готовится. Крайняя катка, ребят, остается у нас. Панды против троллей. Интересно, интересно будет, ребятки. Напишите свое мнение, кстати, по поводу этого видоса. Но я еще в конце это скажу. Понравилась ли вам такая тема? Потому что этот видос у нас появился, можно сказать, спонтанно. Из-за того, что парень промотивировал. Серега Спулин промотивировал на то, чтобы создать данный видос. И, конечно же, вот у нас видос конкретно вот этот и выходит. Собрались мы наконец-таки вместе. Пришел Антонио и, конечно же, поехал контент. Да, Антонио? Да, why not? Why not? Let's do some content. Let's go. Помнишь, как это? For Mother Russia. For Mother Russia, да. Ай, хорошо. Так, ну курочка есть, есть. Готовится у нас к выходу крипы. Тролль, варлорд на низу, шаманчик. Че, задушим? Ну я могу под себя, да? Давай. Не долетел чуть-чуть. Не долетел. Все, норм. Главное руну-то забрать, пофиг там, ФБшка. Хорошо, руна есть, приношу себе сразу извинения. Извинения, я такой навожу на вард. Приношу себе извинения. Все, и поехало. Так, ну что ж. По страте мы уже... О, стики нужны будут. По страте мы уже выгадали, что мне тут нужно будет... Этот арчит фастом как-то делать. Извините, это не я. Извините, это не я. Че у Беттера нулик, да, там? Кстати, Беттер, интересно, выиграет мид? Очень даже интересно. И у Беттера я как бы не стоял еще на шторме. Стики должны переворачивать очень много. Главное не поворачиваться от него спиной там и... Вернее, не спиной, а просто не вертеться много. Потому что поворот очень сильно увеличен. Нифига ты там даблкил мутишь. Что? На лоу хп такая убегает. У меня последняя тычка летела от тавера. Я просто от крипов получаю левел и на 10 хп выживаю. Хорош. Хорош. Но это на... Водота? Да. Да. Водота, удачи, веселые игры. Так, стики наполнять будешь мне? Стики напалм. Наполнять. Главное, стики тут... напалм, наполнять стики, кстати. Да. Промах. Ну, классика. Что-то мне это напоминает, по-моему, в гайде были. У меня в гайде, по-моему, 5 подряд промаха вылетело, и меня убивают после этого. Ну, понятно. Вот. Я на это... А, ясно. Я на этом, короче, еще внимание заакцентировал. На этом моменте. Это жесткая тема была. Жесткая тема была. Так, я пошел на руну, брат. Так, мне нужен батлыгин. Он, я только стики принес, он перестал, короче, юзать. Напал на меня. Короче, дазл руну топ контрит. В принципе, мне эта руна ни к силу, ни к городу ботла нету все равно. Вообще. Как бы вообще. Ни к силу, ни к городу. Оп. Оп, хорошо. Попробуем прокрепиться чуть-чуть. В лоу-гранде не особо крепится. Круто. Эх, помешал. Оп, есть. Он мне стики напал, вообще не поднимает стиками. Стики не хочет наполнять меня, прикинь. На беттере какой парень. Походу про. То есть он бы, может быть, даже и попытался меня убить, но не хочет. Он только стики увидел, сразу перестал меня задушивать. Поста. Поста, да? Он улетит, Антох. Я лучше, давай, тебе надо жопу намазать? А, не надо, да? Ну я восполню тогда хп, заберу стики. Ой, стики, ботл заберу, я все про эти стики. Стики напалм, стики. Magic Wand. Magic Wand. О, отлично. Вот, кстати, со своей хостой можно попробовать, Антох. Моя хоста. Если попадешь с хостой, мне кажется, мы можем попробовать. Я сейчас вот сюда линию выведу. Убьем, конечно, у него даже хп нет. У него в сапога нет. Только попасть бы. Я вот АФК буду стоять долбить. Улетаю. Давай. Хорошо, я бегу. Хорош. Мне кажется, под ремнантом тут шансов нет, Антох. Хорош. Да.
Он ремнант только ловит, там очень много дамаги сейчас ремнант. О, еще руна резнулась, да? Давай я тебе жопу подмажу, иди сюда. Хорош, отлично. Так, ну я, наверное, сапожочек и погнали. ПТ-шечку. Топ страдает, но неудивительно. Ну да, на топе тяжело. На топе тяжело. Хорошо, у меня 6-й левел тем временем. Тем временем 6-й уровень у меня. БТР рабочие страты применять. Так, а я успею стакнуть в лесу? Стаки в лесу. Успею стакнуть. Надо штормом подстакивать, потому что по-другому тут никак не выфармить. Да чё вы такие медленные, идите быстрее. Очень медленные. Бей в фурболгов, чтобы боялись мишки. Так, а что там сапог, да, у меня? Курим. Сейчас буду летать помогать. На топ сапог, надо. Да? Лечу на топ. Не, нет, ТПшки, тох. Тох, токсик. Там токсик. Как там, подожди, как там было в прошлой игре, мы говорили? Тварлорд и что-то еще там было. Тролл Варлорд. Тварлорд. Твар. Хорошо. Я сейчас в лесочек нырну, линию пушаем и в лесочек. Что там у нас? У меня почти соул есть уже. Будет очень хорошо. Нифига ты там душишь. Что там Хускар? 2-4, кстати, небольшой отрыв, но мы лидируем. Ты там доминейты делаешь всякие. Спейсинг. Крысиные доминейты свои делает. Смотрю, что тут за руна. Хорошо. Тут баунти. Баунти я заберу сейчас. Сейчас приду. Отлично. Все, я там куру. Сейчас ля, я... кто-то мой сапог выложил на базе, понял, и несет себе урну. Я просто... Там она была фулл слотовая, я беру урну. Ты справа. Крыса, это значит, ты от тебя не ожидал, конечно. Так. Ну, я могу, но у меня ресурсов нет. Я могу тебе дать хил на лицо. Вот такой вот. О. Внизу что-то. Иду помогать. Опа, артефакт. Антох, куруре. Куруре. Кто там? Роли бегают всякие. Я могу его, конечно, заставить. Мана нужна. Я Владимир. Я Владимир, а я Аркадий, очень приятно. Так, ладно, в миду крипстат у меня нулевейший. Не знаю, не могу с БТРом, напрягаюсь стоять. Напрягают. С БТРом стоять. Он на Урсе тупит, Рошу бы уже забрал. Маска есть. Масочку надевайте, как говорится. Так, ПТ-шечка, да? Джинзак просто фармит, короче, тоже на миду. Я понял. Я сейчас убираю вниз полететь или где пройти. У меня ресурсов немного. 300 маны, это один залет и все. А меня больше... Меня больше беспокоит то, что я не фармил. Внизу суетись, Антох. Наверное, лучше будет. Син там байбекнулся, видимо, на ремнанте, да, прилетел обратно. Да, блин, Дазл запарил рунный контроль. Оставь. Бей Рошу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты не заберешь теперь. А если только ультом будет там. Батруха тут. Файрфлай потратил, по-моему, он фармит лес. Он фармит, наверное, да. Жадность Фрая разгубила Урса, молодец. Зато ДДшку забрал. Зато ДДшку забрал. Те, кто знает, те поймут, почему он не забрал. Он пошел ДД, он, короче, настакал тычек 7, просрал свои хитпоинты.
И стаки сбросились. Стаки, он пошел за руну, руну у меня забрать пошел. Забрал руну, стаки сбросились и не потянул с ДДшкой. А потом удивляется, а что это такое? Вот это такое, это что такое? Знаете, ну, классическая тема, в принципе. Незнание. Эй, не суть. Делаю, дубл 2 делаю. Дубл, дубл. Так, хорошо, но у меня есть ПТшечка, давайте я, наверное, полетаю. Сейчас вниз, наверное, пойду, Антох. Там за тобой выехали, что ли? Да, они меня видели, походу. Дурка. Дурка. Опа, на топе суета. Опа. Ускор с этим. Не убить его тут. Ускара этого. Слишком невозможно. Под армлетом, под крестом. Нереально. Дазла надо убивать. Дазла надо убивать. Все дазла не убиваем. Хускара не убьем. Печалька. Ну, рега. Хорошо. Рега это хорошо. Бэтрайт Радагер. Ну, четко. Четко. Слушай, я лечу. А тут... Хорош, давай. Он думает, что улетит на этот СТП. Да не, не улетит, он у меня там и второй есть, у тебя есть первый. Можно попробовать, Антох. Ля, как мы напали. Просто как браконьеры. Уже даже не надо ждать. Хорош. Опа, шаманчик пришел. Опа, это кто такой там летит? А, я умер, Антох. Я умер. Ну, я даун, сори. На КД у меня первый спел. Я даун, я неправильно нажал, все. Просто нужно было улететь ману, меньше сделать и все. Ладно, я фарм мид дальше. Надо фармить. Панда нет ульты там. Ты тоже там умрешь, скорее всего. А он будет сноуболить, пофиг, там все есть. Я мид лучше пойду фармить, надо арчит колотить и надо как-то на аккуратные файты. Ну за тобой сейчас выйдут, туда придет. До сих пор идет. Попробую урну ему кинуть, она же пьет дамаги хреначит. Может сдохнет. Ничего не было. Да мало ничего было. Нету. О, хорош. Ну как и сказано было, Антох. Ребята отвлекают, ПМ мне пишут, ДНД не поставишь, начинают очень сильно отвлекать. Пишут то, что не по теме вообще. Ладно, так, руны забрали все, опять, блин, надо варды ставить. Я поставлю. Урса АФК лес просто колотит, не могу из-за него в лесу стоять. У него же АЕГ есть, у тебя АЕГ. Иди дерись, чё ты ходишь. Вот Урса вообще на приколе взял АЕГ и леса дальше бьет, короче. А, он меня винит, то, что я не пришел и не забрал Аегис, понял. Типа, знаешь, это пофиг вообще, Аегис возьму, не возьму, я все равно буду фармить лес стоять. Он делает вид, что у него нет Аегиса. Я понял. Да иди ты. Да не убьем моего, Антох, надо фармить, там Дазл всегда будет рядом. Ну, либо Дазла убить. Да, но я не готов. У меня ничего нет. Я не готов. Он на Дазла напал. Ксин. Сай, он в меня просто летит. Я умер, Антох. О, жесть. Ну, 2 золота, нихуя, 5 золота. Я лес. Все. Там 2 даггера, я теперь не живу. Все. Да. Ну, не, ну не боя, рядом стою, просто тебя вытягиваю. Да изи. Так, хорошо. Что сказать, хорошо. Прекрасно даже. Давай на низ нападем. 5 секунд, да, ты резаешься.
Вот Аегис парень просто, ну, не знаю, АПК ходит. Ладно, ничего страшного. Ну, доминируют парни. Будет драться, да? Эх, жалко, я не застилил. Жалко, Антон, что я не застилил. Мне просто жесть золота надо. Там два зацепа лютых сейчас. На меду, но я низ буду стоять. Я не буду драться. У меня ничего нет. У меня арчит хотя бы надо. Для начальных драк. Они просто сейчас могут так игру закончить. Если мы там фанились, то они просто тут у них максимально на победку надо. Понимаешь? Давай, давай, неси. Я попробую тут как-то что-то поделать. Отпушивать. Катка интересная будет. В принципе. Так, хорош, не души, да? Там есть кто-то внизу у тебя? Не знаю, там в миду тролли. Я ломаю тут тэшку. Пофиг. Может, летят, кстати, на ТП. Возможно. Там шаман, дагер. Ой. Я вытерпел. Да, хорош. Я почти сломал уже. Отлично. Тут, ну, он не один будет, Антох, по-любе. Давай, если что, прочекаем сейчас под вардами. Подождем, сюда все уходит. А Хуска... Не, блин, Хуска не потянем, там дазл уже в спине. Антон, ну надо убегать отсюда просто. Убегаю. Че, он не видел, что ли, тут, что тут суета? Все, напал на него. Ну, там Беттер сейчас свяжет его. Ну и... что, может топ тогда? Раз они все вниз полетели. Да, но нет ТПшки, мне в магаз я не заходил. Я руну сейчас возьму тут. Руну возьму. ТДшка. Так, у меня пол арчида есть почти, квартестаф остается. Топ поломаешь им чуть-чуть? Я мид буду ломать. Давай, подсплитим немножко. Они низ пойдут смело. Низ смело пойдут. Хорошо. Я мид сломаю тавр. Хорошо, глиф. У нас там тоже глиф появляется. Отлично. Не знаю, мне надо будет БКБ после. Блин, а там опять-таки джинзак пробивает БКБ-ху. Хорошо. Есть. Два обливиана у меня есть уже. Сейчас 12-й. Блин, они вдвоем нанизу с дазлом. Дазл ему тупо, ну, подсасывает и все. Дазла надо бы. Сейчас арчит сделаю, дазла просто буду прыгать, пытаться убивать. У нас урса АФК просто 18 минут лес фармит. Просто парень. Знает, что делает, так сказать. Что? Знает, что в мете. Так, мне остается 300 золота. 300 золота. Найс критует. Чуть осталось. Ты мне отдал, что ли? Кого? Таргет Тауэра. Просто переагривал. Он в меня переагрился. Так, 100 золота арчит. Хорошо. Так, внизу. Внизу, да, они остались. Да-ля, крипов нету, нигде ничего нету. ОХГ заходит, слышишь? Сейчас прилечу. Я на базу. Короче, я лечу наводить суету. Давай. Я тоже арчит есть хотя бы, я не знаю. Ты залетел, да, туда? Смотри на эту дискотеку. Вижу. Дазла убиваю. Хорош. Ну, мы пол хп тавера потеряли. Отлично. Я там еще тоже нормально залетел. Пойдет, Антох, хорош. Хорош. Так, ну это найс. Найс. Это найс. Типа из текущей ситуации максимальный профит делаем. Да, но там еще варлорд фармит. Кто сильнее, урса или варлорд? Урса — это вообще ранний пик формы. В этом проблема. Там парень АФК у нас просто. Он потом варлорда не перетянет.
Да я не смогу потянуть варлорда. Тоже. Так, ну первый раз ломали, я попробую к ним поближе вар поставить. Да, давай. Я подфармить чуть-чуть хочу. Надо следующего Раша на урт 100% забирать. Мне экспа получилось, вроде как стоит. Фармит, да? Да. Я не буду прыгать, у меня маны немного. Я хочу солбустер попробовать выколотить. Кто на низу? Пуск. Он один, слышишь? Он один там пока что. Пробуем? Ну, блин, как ты двигаешься? У меня маны вообще нет, бро. Пробьем его? Я умер. С 30 хп. 20, 18, 8. Слышь, к тебе криты шли. Если бы не дали попытки. Ну, найс, пойдет. Но это очень хорошо, что сейчас произошло. Очень хорошо. Урт Сорошу забирает. А ЕГ заберу. Бегу. Я заберу АЕК. Хорошо. Я АЕК взял еще, отлично. Еще солбустер будет еще. Девапит, ладно. Так, пойдет. Пойнт. Угу. Так. Кто там беттер ломает, да, все? Беттер ломает. У меня уже почти есть солбустер. Мы можем, в принципе, сейчас хорошо подраться под Аегой, но проблема в том, что Хуска нужно будет под Урсой, походу, убивать уже. Мы еле-еле втроем его потянули. Слишком жирно. Вот идет. Беттер. Хорошо. Это солбустер. Но маны нету совсем на драку. Б или гоу? Надо этого ловить. Дазлинга. Так, солбустер есть. Стоит в наглую. Надо задних искать. Сзади, да, дазл по-любому есть. У меня 900 маны всего. У ДДшка есть. Вон он. Антоха. Оп. Пас. Поймал. Хорошо. Я, если что, разменяюсь. Еще дерусь. Хорош. Я и забрал. Хуска. Чуть-чуть забрать. Хорош. Дабл килл. Кто там еще? Где-то варлорд остался. Варлорд сюда, что ли, убежал? Нету. Хорошая драка. Все четко. Так. У меня есть Bloodstone. Там шаман мне сразу кнопочки нажал. Это плохо. У меня почти 16-й есть. Очень хорошо будет. Угу. Рекуру, если что, там кому летело. Так. БКБ-ху next там бахнут, наверное, Антох. Там шаман очень много контроля на меня дает. БКБ это уже выигранная игра. Да, вот именно. 20 бладстоунов БКБ, мне кажется, это ГГ уже. И главное дазл ловить. Пока у него нету глимера. Вообще по кайфу. Сейчас у меня 1500 будет маны, надо будет пойти подушить. Сейчас огрикак скуплю. Ты где там, кстати? Кликни. А, все, вижу тебя. Хорошо. Так, теперь можно по топу пойти, потому что у нас стоит там вард, правильно? Дазл и хуск внизу. Вот тут сейчас кто-то будет дефиться. Один ксин толкает линию, сейчас кто-то по-любому придет на деф. Дазл внизу и хуск внизу. У нас примерно секунд 15 еще есть, пока не перетянутся. О! Антоха! Плюс... Хорош. Отлично. Вон можем, вот, кстати, вот. Ну, вот его надо быстренько, остальных всех тоже. Трое их там, трое. Не-не-не, Антох. Трое нет. У нас другое тело, я понял. Ксин сейчас прилетит, но у нас нету брю. Отходим. Блин, ничего, главное, мне кажется, пить этого дазла только и все. Думаешь? Давай дазла искать. Вот он. Арчи додаю.
Отлично. Плохо. Мне ГГ. Смело. Или нет? Да, мне ГГ. Уйдешь, Антох? Я улетел. Я мог остаться, но я улетел. Пойди. Уходи, уходи. Не-не, ты его не пробьешь. Там еще Варлорд пришел. Так, ну пол БКБ есть. Мне дали сетку, я все, я потерянный в драке. Я, короче, слишком много в Дазла дал сейчас. И ты ему сало дал, и я дал. Все прям такой хейт на Дазла идет, потому что он рили очень много делает. Короче. У меня теперь, блин, если бы у меня раньше был Лотус, было бы все по-другому. Сейчас бы ты под Лотусом не умер бы. Да, кстати, Лотус, Антоху, вообще нужный артефакт. Шаман мне сетку не сможет накинуть. Давай, знаешь что? Так, да, если что, я подловлю. Но я ему желательно арчит даю, потому что арчит резче вешается. До того, как он там крест себе накинет и прочую всякую шляпу. Сейчас постараюсь как-то это подозировать, потому что все максимально в Дазла стараюсь давать. Это плохо. На шамана ничего не осталось там. Шаман тоже очень сильно дизейбли. Эншентов колотят, да? Шеду шаман. Шеду хаман. Так, три на топе, да? Варлорд. Варлорд Арлатар. Слышишь? Если что, Варлорд Арлатар. Так, 1700 маны у меня имеется, пол БКБ тоже. Пол БКБшки есть. Может там скоро Роша появится? Да, скоро. Я иду на низ подфармить. Пешочком. Пешкой, как говорится. Апоксину ГГ, походу, да? Сейчас, да. Я арчи додал, пацану. Отличный сейв. Я низ фарм. Хоста. Опа, хорошо. Смотри, там пачка какая. Да-да, я видел, я иду. Да я Эмбера спасал. Ты видел, что было? Не смотрел. Как герой, арчином влетаю, сбиваю. Шекл. Шекли. Сетки шамана сбиваю и улетаю. Просто за брата вступился, знаешь. Хорошо. За мной бери. Так, почти есть БКБ. Тут можно вообще, можно будет сделать БКБ и дальше урон делать. Тупо на одном арчиде, знаешь. Да, можно. Особенно против. Против Хускара дополнительный дамаг. Будет хорошо. Тут был... он уже улетел. БТР летает, да? Линка хорошо бы зашла бы еще. Так. Для БТР вообще сама то, Линочка. Так, хорошо. Имеется дело такое. БКБ копейки, я думаю, сейчас лес пройдусь. Там БТР. Кажется, если они сейчас на тебя нападут, они под Лотусом должны умирать. А, у тебя БКБ нет еще? Нету, на базе. 800 еще, чуть-чуть еще до БКБхи. Совсем копеечки. 400 золота, 500, образно говоря. Вот это я понимаю, катка. Интересная. Так, есть. На топе 4. Давай низ тогда. Петер тпшится. Тоже не хочу с ним дело иметь, с этим противным. Так, у меня остается 50 золота. Я не хочу рисковать, подходить под лассо. Надо переждать. 50 золота, сейчас изи кэмп зафармлю. Есть БКБ. Хорошо. Монетка, да? Все, это выигранная игра. Просто под БКБ даться. Ну, не знаю, на Хускара видел артефакты? Как его убивать будем? Кто внизу? Беттер? Легко убивать. Ля, я зря это полетел, наверное. Я помогу. Под лотус дал. А я не успел уже бротом нажать ничего. Одного забрали, нормально. Сейчас БКБ-ха уже будет, уже с БКБ-ха будет еще жестче. Ой-ой, кто там прыгнул? Так, я ману регеню. На дазлинга. Смотри, там... Я вижу, лотус. вижу, очень жесткая ситуация. В дазла лечу. Вижен потерял. Хорош, есть. Ну, Хускар остается такой рейд-бот, знаешь.
Хил гун ДД. Хорошо. Нормально раскайтили. Блин, сила штормов. Ой, штормов. Сила панд в том, что они могут быстро зацепить, убить, да? А тролли, они более такие грозные, они стоять на месте. Реально, вот смотри, давай грубо их распределим. Тролли это тупо грубая прямая сила. Да. А эти как разбойники в Вове, мобильные. Очень этим мобильные. Вот сейчас мы этим и драку и выиграли, Антон. Там я зацепил Беттера, Беттера убили быстро, тролли там ничего не успели сообразить, и драка успешная была. Прям рили. Че, может отойдем? Да. Хорош. Пойдет. То, что нужно, время выиграли. Спасибо. Погнайте, комп подтянул. Хорош. Долсал идет, хорош. Ой, это я зря. Нормально, я поддержу контору. Но нет, я не буду дальше драться, нет смысла. Уходим. Грипп, КД. Да, все, отходим. Грипп, озноб, там, простуда. Я улетел. Давай. Я тоже уйду, тут сейчас пачка крипов, это я ухожу. Все, ГГ. Ждем Роша 3. Хорошо, ДДшечка, пойдет. А Урса сейчас хотя бы чуть вдамажился там, в этого хускарида. Ему просто, да, в него бы вгрестись, хотя бы на гоуст его развести. Да, тогда уж полегче будет. Так, хорошо, но у меня бладстоуны растут, это наша сила будущая. Но у нас еще есть Ксин, который может тоже очень много делать. Луи, там сатаник. Хускара, ну будем перекрывать как-то, Антох. Я думаю, может Хекс, у меня 3000 есть. Варлорд идет Рошана, слышишь? Угу. Побежал под Лотаром. Сейчас я вот здесь встану, прочекаю. Дадим ему возможность подамажить Рошу, короче, как можно больше. Да, он бьет Рошана, слышишь? Рядом. Там еще кто-то. А, подожди, иду. Пусть он бьет. Под лоу хп можно будет, чтобы мы забрали. Сейчас. Так, вижена нету, не даю. Мне кажется, пора. Думаешь? Поехали. Засада, так сказать. Я поставлю. Умер от Рошана. Забираем Рошу. Пойдет. Я возьму. Сыр еще. А Егу беру, бери сыр. Хорошо. Да, не нужен тебе сыр. Да, он тебе не нужен. Хорошо. Тут, в принципе, Каолин основной, как кор выходит тоже. Тупо от него вертимся. Че, сбить там надо, да? Ну там сентрячок один, не знаю. Можно мид, слышишь? Вон, там этот хуск, смотри, аккуратно. Го мид. У меня 3500 есть. 3500, но я в хекс, наверное, буду выходить. Контроль лишний, хекс не будет лишним, как говорится. Лишний контроль не будет лишним. Так. Сатани включает и убегает, понял? Страта. Я дал тебе локс. Я понял. Он меня контролит. Я дазла убил. Шамана помогу. Опа. Но я буду драться до последнего. Собью таргет только. Эх, второй уже был, не успел. Жесть, он жирный. Убиваем? Сейчас застанем. Да, он очень жирный. Гастал. Я варлорда убью пока. Не убью. А, убил, хорош. Антох, надо отойти от него, это чисто рейд босс. Отвечаю. Его промахами надо кормить. Не потянем его, он слишком жирный. Не потянем. У меня 5500 есть, это будет хекс. Не потянем. Я на топ пойду, топ спушу. 20 бладиков есть, хорошо. Ксин должен эту контору перекрывать. По дамагу.
Блин, или мне... Ну я могу, знаешь, как перебивать его? Рапиру взять сейчас. Под БКБ. Да, профит урон. Не знаю, как еще. Как думаешь? Я думаю, профит будет, слышишь? Нет, ты хекс уже наметил брать? Ну я думаю, могу взять сейчас его уже. Хекс вообще, вот я тебе говорю, 100% не будет лишь. А если ты хекс дашь в сатаник, это вообще... Да, еще при этом, если рапира еще будет еще с руки надавать его. Да. Короче, контроль плюс физурон. Да, есть, короче, делаю уже, есть сейчас. Ох. Там пока что Warlord ничего не делает. Пока. Че там делает все? Дамажит? Есть хекс. Божественная легкость. Good life. Легкость бытия. Легкость фигуры. Бытия. Бытия. Сколько там секунд до... Ага, вижу. Можем что-то поделать, кстати, суету какую-нибудь понаводить. У меня есть кнопки. Видеть надо только их. Вы что там на топе, да? Ага, вон они. Два под таврами. Сата, можем. Госты. Можем что-нибудь сейчас? Хотя бы тавр забрать. Ты где? Урсу внизу там ломают. Давай мид хотя бы. Я помогу. Да, Урс помочь, я лечу. Я хекс дал ему. Я продал. Главное, чтобы промахи не дали. Бей, 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 бей. Давай! Не хватит. Дал ему урну. Душим. Задушим, задушим, я думаю. Ля, как живет, ты посмотри на него. Ничего. Живешь? Не живешь. Нет. Эх, жалко. Жалко, очень жалко. Мы войдем, просто добьем их. Да, ну очень хорошо будет, если сейчас байбек он нажмет. А, у меня первый ладисик. Ничего страшного. Когда дазлинг ресается? Он ресает. Да, дазлинг. А мы ботом спушим. Кстати, к слову. Эх, ладно. Есть энтри. Я все отдал, он был харчит. Икса. Russian has fallen federation. Так вроде было. Чего? Не помнишь, откуда а это? А чё, Дазл АФК что ли у них ушел? Ну это хз, это неуважительно. Гузмек. Это no respecto. Ну потная катка получилась такая интересная. Неплохо. Давай, 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 доламываем. Они уже сдались просто, испэд за игру, осуждаю максимально. Че, отходим? Да, без ремена. Че, мид? Реминант. Реминант. Хорошо. Так, ну хек, кстати, сейчас зашел. Полегче было чуть-чуть. Полегче. Полегче! Полегче! Сейчас ты узнаешь, что такое боль. Я заставлю тебя. Страдать. Заставлю тебя страдать. Бан. Ну, хорошо перетянули. Так, 5000 золота на кармане. Ксим там байтит. На что непонятно. На этого ремнанта байтит, которого вообще у него там. Кто там, Warlord? Лечу, помогу. Блин, вообще изи без промахов. Просто изи крип. Без промахов, Warlord. Слушай, ну на самом деле не очень хочется нападать, нет фикса. Он еще под хилкой. Блин, с него бы диспел какой-нибудь. Я тут не помогу, он под БКБхой. Пандерен дерется просто. А вот этого можно убить. О, хорош, ты сам ко мне тут прилетел. Мужчина. Че там, думаешь зацепить? Ладно, пусть бежит. Там Дазл пришел еще. Пусть бежит, бро. Брэ. Гоу. Гуинсос. Гуинсос? Гуинсос, там что-то Сайс оф Вайс. Скайт оф Вайс. Гуинсос. Скайт оф Вайс. Прикинь, был бы у меня гоним. Я могу просто выбрасывать этого куска. Да, типа, знаешь, пока мы деремся, тупо ты мог делать просто грязь. Тупо взял его, задизейблил 3 секунды, откинул там куда-нибудь далеко еще подальше. И все. Так, у меня сейчас дамаги будет много. Я готов. Че, может от Роши сыграем тогда или... Хочешь подождать следующего?
Да, наверное. Но только Рошана вы уже будете брать, я уже фуловый. Мы можем попробовать его, в принципе, убить. Я думаю, Дазл на базе. А, да, он вообще резнулся, вопрос. Да. Так и напал. Опа, мне дали плохую вещь. Так вот, делаем. Хорошо, сейчас задушим. Все, физ урон у тебя появился. Сейчас задушим. Ох, хорошо. Ну, почти на вставочку. О, Warrior, payback. Слышишь? Я сейчас нападу на него, если что, вторым. Иди сюда, дорогой. Есть БКБ-ха, буду бить просто. Хорош. ГГ. Но, в принципе, я могу сказать смело, что... Блин, это две разные категории таких героев, на самом деле. Тупо вот, ну, рили, как мы посмотрели. Тролли, они более такие боевые и агрессивные, а панды, они более ловкие. Их сила панд в том, то, что они могут зацепить и тупо по меньшинству поубивать. То есть, ну, они более такие мобильные и, не знаю, поинтереснее. Мне лично панды немного поинтереснее тем, что я и люблю играть на мобильных персонажах, и поэтому, как бы, мобильные персонажи, они, в принципе, лучше заходят для меня. Наверное, это как бы и сыграло роль. На троллях как-то скучнее была игра. Серьезно. Там как-то поскриптовано. Выфармливаешь что-то. Выфармливаешь, выигрываешь, все. То есть, а тут как-то более оно... Более как-то, не знаю. Трайдерс, я зацепил. Я вижу, стоит просто на месте. Хорош. Ну, пойдет. В целом, игра вроде интересная. Ребятки, напишите свое мнение по играм, какая игра вам понравилась больше. Может, есть какие-то у вас... еще идеи на то, что записать, не вопрос, запишем. Этот видос, когда выйдет, я не могу сказать, но я думаю... А, блин, а зачем это говорить вообще, когда этот видос выйдет? И бей трон вот с этой стороны. Да, вот так вот. А что ты, в смысле, что ты хотел сделать? Ты неуловимый. Ну ладно. Я Jet Li. Ребят, в общем, вот такой видос у нас вышел, надеюсь, он вам понравился. Прикольные катки вроде вышли на троллях. Немного поскучнее, на пандах повеселее. Каточка была. Ну и, в принципе, на этом все. Антонио, тебе спасибо, что помог, поучаствовал в этой теме. Очень интересно было играть в синергии. Прям очень много таких моментов было прикольных. По кайфу. Да. Не, за что самому доставил удовольствие. Еще с тобой запишем. Ну, отлично. Ребят, на этом все. Видосик подходит к концу. Спасибо всем. Напишите комментарии обязательно, что еще можно доделать, что можно еще дописать, что вам будет интересно и вообще понравилась ли вам игра первая, вторая и какая вам игра понравилась больше. Ну, ребятки, все, с вами был Ксеназ и до скорого. Антонио, тебе тоже спасибо. Давай, не болей. Всем пока.